Нижнекамск. Часть вторая. Приехали на полчаса раньше. Рассказывают, что у них там в городе есть. Поднимайте за свечи, не поднимайте за свечи. Другие-то не рассказывают, что у них в городе какие-то мероприятия. Нет, может вот этот? Мне кажется. Что, ну интересно. Ну нифига себе, что там интересного. Вот, ну там тут такая вот тупость. Ни о чем. Успокойся. Смотри, какие дома. Какая красота. Музей. Мы с вами сейчас вот по этой дорожке поднимемся направо, мимо этого камня, подойдем к вот той пещерке, которая сейчас нас представит перед нами. С кондёром, деньги. Пещера. Не, вот честно, я думаю, я скорее всего уеду, у меня в Нижнекамске ни одной фотографии не осталось. Потому что нас уже длиннее, чем к тому, что действительно может быть. Арина, посередине его. Арина, посередине его. Арина, посередине. Теперь давай вас двоих, потом Машу. Выходи к Арине, бегом. Обещай не убегать тогда. А то я чувствую, тебя сейчас понесет без задних ног. А он наверх, ну, заканчивает. Все. Ну, конечно, не как у нас. Мне Сочи напоминает. Яйцо, смотри, лежит. Динозавр. Нет, это яйцо динозавра. Оно наше. Ой, какой аромат. Воздух такой хороший.
пошли туда. Пошли туда же. Обманула тебя. Завтра будет концерт в Белой Рене. А что, не так, что? Я так поняла. Ну, может, 2-3 песни спою. Ну, какая разница? Ну? А он подумает, что сольный концерт. Ну и что ты думаешь? Там зашли, здесь вышли. Какая красота тут. Таня, это что ли Святой Источник? Да, вот говорят, что вот здесь купаться можно. Вот здесь вернее купаться можно. Да, ну как всегда, 4 градуса. 4 градуса. Вода 4 градуса. Вот здесь вот это. Это в Большом Крымском каньоне тоже. Холодильная ванна. И вода 4 градуса. Ну так, глубиной где-то метров 5. Я ее так и знал, чтобы я показывал. Я поняла, почему она сюда не пришла. Потому что если подниматься тяжело. На батарейку сейчас садится. Ну и что-то не видно. Что здесь? Здесь тоже что-то было, наверное. Слушай, а там монет. Монеты, Жень. Иди лезь туда, ну, смотри, евро есть, лежат. Только, по-моему, тут воды нет. Вот, все это куча. А здесь вода должна быть? Я думала, здесь может захоронение какое-то, ну, что-то. Святой ключ, святой ключ. А-а-а. Так вон ванна была. Привели смотреть святой ключ, а ключа нет. Может, ты вышел к экскурсоводу? Привели наш смотреть святой ключ, а святого ключа нет. Мне уже пить начинаю хотеть. Замки. А, ну да, вот он. Высох он. А это другая, кстати. Другая. Собственно. Нет этого случая. Только куча турковиков. Я хотел поотвечать. Грибы. Ага. Что это за дерево, но листьев-то нет, даже сучьев нет. Все поспиливали. Обычное дерево какое-то. Стандартное. А как называется? Вот, стандартное. Которых куча везде. По коре видно, что стандартное какое-то. Это может быть и вяз. Может быть, может быть как вот соседнее вот это? Нет, дуб, листья мы знаем, дуб, листья. А тут нет листьев. А, берите листья клёна. Вот. Это не его листья. Это не его листья разве? Это листья вот соседней. На нем нет сучек и листьев. Нету, все поспилено. Ни одного сучка на нем нет. Один ствол. Клён, листья. На нем вот, ни одного сучка. Просто, знаете, его просто спилили, чтобы побоялись. И верхушку спилили. Так, уже мертвые. Что вот такое огромное, мертвые. Сколько ему лет. Так, пойдем сюда. Наверх. Тут беседка. Собачка. Тоже же с корабля, да? Да, да, с Разумовского, да? Да, да, да. Какая-то лиственница. Да, это мощная лиственница. А мы во сколько отплываем, вы не в курсе? 8. 15:08 московского. Все московское. Надо быть уже на корабле. Там да, где-то час у нас, наверное, есть чем. Час, да. Час. Да, пойдем. А вон те, что ли, поднимаются наши.
Что-то мы уже все посмотрели тут. Все сидят. Сидят. Цветочка по сводку.
не путай. Евгений Анатольевич нам рассказывает, как же он работал. Давай. Ну давай. Ну давай. Да то у меня время идет. Лекция батарейка читал. Садится. Давай. Евгений Анатольевич, Евгений Анатольевич. А? Да, вот. А, о чем я? А, да. Так вот, профессиональная педагогика ставит перед собой цель. Евгений Анатольевич. А, да, простите. Да. Я опять... Ну, потом звонок прозвенит. А ты после звонка не засыпал? Там после есть время, звонка, 5 я, минут. Я книжку раз. Брал на переменчик. Да? А это... Это нам Женя рассказал, как он засыпает. Не хотел. Да? А также это экскурсия. Там вот, по большому да, счету, давай, давай, расскажи лежа про экскурсию. Послушали, все бы уснули. Лежа? Если бы сидя послушали, уснули. Ну там сидя слушали. Ну, вот и все уснули там. Нет, там все про... Экскурсия тебе не понравилась в Нижнекамске, да? Что тебе понравилось? Да я сам себе экскурсию сделал, пошел, да, посмотрел все. Если там не хотят показывать, то я сам пойду посмотрю. Да? Маленький, что ли. Сами разберемся. Не дети. Ну, хорошая набережная, да? Да набережная там, да, 3 метра. Ну, маленькая, конечно, маленькая. По сравнению, да. У нас сама и сколько там, знаете, 11 километров, что ли? 11? Больше. Это мы 11 с тобой проходили половину потом. Ну, километров 20, наверное. 11, это, по-моему, до ЦСКА. От нее еще.